Я считаю, что кадровый вопрос в промышленности решается одним образом. Нужно создавать почти заново свою собственную промышленность. Не надо закрывать заводы, не надо закупать автомобили за рубежом и так далее, и так далее. Надо конкурировать, надо создавать свое и продавать и своим, и другим свои собственные товары высокого качества. И вот, если поставить перед собой эту задачу, главную, то, естественно, она повлечет за собой вторую задачу. Нужно воспитывать будут кадры для того, чтобы это осуществлять. И это не сразу делается. А на сегодня в том, что этого нет практически у нас, ничего. Поэтому, конечно, большинство молодежи поступает, так сказать, во всякие учебные заведения с тем, чтобы, ну, быть приближенным к так называемому бизнесу, чтобы, так сказать, быстренько научиться зарабатывать. А заметьте, что утечка так называемых настоящих мозгов, она продолжается, и она существует, потому что не к чему приложить свои знания, не к чему. Впустую все идет, впустую. Не надо этого. И люди уезжают. И там делают замечательные открытия наши соотечественники.